Всем привет, с вами Моня и всем... Ня! Я решила взять инициативу, а то что-то все молчат и молчат. В общем, мы снова с Days to Die уже в обновленной версии, и поэтому мы начинаем все заново. Да, что-то, ребята, давайте, здоровайтесь. Ребятки, всем привет, с нами Олень. И я уже чуть-чуть налутал камушка, как вы видите. Ух ты, ух ты. Я уже налутал чуть-чуть. Ой, а что это такое? А теперь нажимаешь... Да, я скажу, нажимаешь Е, и блоки к тебе притягиваются. Притягиваются, они просто к тебе вон не так прыгают. Да, в определенном количестве метров. Да что ж ты будешь делать? Руслан, здоровайся. Ребята, всем привет, мы решили наконец-то вернуться с Days to Die, потому что, ну, никак не получалось собраться, у каждого свои дела, там, сессия, учебы, все такое. И в общем... Ну, я на новенького. И сессии, наконец-то... сессии, живут студенты весело, да. Наконец-то закончилось все почти. Ой, ё-моё, дерево летает. Осталось самое страшное. Алена, ну не скажи, у кого-то работа от сессии до сессии, знаешь, тоже не очень весело. Я не поняла, ты говоришь на Е, я нажимаю, а оно мне нифига не прыгает. Так, ребят, может быть, дома как будем, где мы вообще находимся? Бывает такая тема, что не прыгает. Ладно, побежали тогда дом искать, на самом деле, ребят. Куда побежим? Я надеюсь, это было не очень сложно. Да, давайте по прямой. И там мы самое главное спросить, забыли спросить, что с нами еще один герой, персонаж. Да. Еще один Вова. Еще один Вова с нами теперь. Вот. Да я мимо проходил, решил зайти. Да, он мимо проходил, решил зайти к нам, и вроде как так и остался. Вот, в общем-то, ребята. О, отпусти машину, это хорошо. Там много инвентаря теперь стало. Я, короче, на этот раз собираю килограммом камни, потому что я помню, что надо будет нам за это ряд заныкаться, а то мало ли. Уже все просто очищено, уже все очищено. Кстати, да, вот вы открываете, когда какую-нибудь штуку, то можно нажать просто букву R английскую, чтобы собрать оттуда все вещи, которые там находятся. То есть не обязательно мышкой перетаскивать. Слышите меня, ребятки? Нет, не слышим. Замороженный вот открываете, допустим, машину, просто нажимаете R английскую. И у вас все вещи собираются оттуда. В инвентарь ваш. Так это их просто версия будет. Да, ну значит, ну, ладно. Хорошо. Уговорил. Уговорил, да. Так, ну что, мы здесь остановимся тогда? А-а-а. Да, думаю, первое надо здесь. Ну да, пожалуй, так. И все рядом собрать. Вы уже так, все без меня тут что-то напугали. Ой-ой-ой, офигеть. Здравствуй, девушка, вы кто такая? Ребят, меня убили. Короче, уже? за домом, где красная машина, там куча шмоток валяется. Там много патрончики. Всего. Так. Вот. Подожди, где ты говоришь, где ты говоришь? Все нормально. За домом, где красная машина. За косточка. Домом, где красная машина. Во дворе. Меня там убили. Я не знал, короче, меня зомби с двух ударов убили, прикиньте. О, так у меня... Ух ты, нифига себе. Слушайте, меня тоже. Тебя тоже убили? Ладно, давай, я подожду. Дед Мазай, не подходи ко мне, я тебя боюсь. На тебе. А, не подходи ко мне, я сказала. Ты мне не нравишься. Да не подходи ты ко мне, что ж ты будешь делать-то? На тебе по мордасу. Руслан, нам в другую сторону побежали. А, да? Вати. Ай! Так, как бы его завалить-то, я не знаю. Я ему в голову уж пытаюсь. Он меня бьет. Ай! У меня мало хп. Божечки. Божечки ты мой. Мы его... Идет за комментатором футбола. Вы бы его видели, он такой гангом стайл танцует. Оп-оп-опа, гангом стайл. Все перестал, печалька. Кстати, Монь, как у тебя с хоррорами? Ты там говорил, у тебя хотят хорроры. Ну как-то... Выставай что-нибудь? Удивительно, они снова разубивают пароль. Само собой. Да, ну как бы кто-то просил поставить... Кто-то просил поставить покруче, поставил покруче. Ой, я, короче, полезла на лестницу, может быть, там может быть, я спасусь. Там меня убили как раз на лестнице. Да? Ай! Сейчас, боже. Алена, у тебя там начнется. Тепло ли тебе 9? Ой-ой-ой, не красный? Надо. Я, мне кажется, ли я... Так, советую обратить на время, уже 8 часов. О, ой, на тебе! Ой, меня убили. Меня убили. Бедняжка. Получается. Блин, надо перышки. Любим, помним, скорбим. Ну, ясно. Ждем.
Ждем. Ой, походите, я в какую сторону хоть бежать-то? Ой, я не в ту сторону бегу. Да, я тоже так, конечно. Ускоряюсь. Более сложно, думаю. Я какой-то стопец нашел. Ой-ой-ой. Ой, ты прям вообще как из туалета говоришь из заднего. Я прям не могу тебя слушать, Руся. Ну, у меня проблемы какие-то с этим. Купи новый микро, вот как я. Ты помнишь же, мы с тобой разговаривали, микро у меня был какой-то странный. Потом я купила новый, и все стало нормально. Так, ты мне скажи, ты какой режим поставил? Четвертый уровень сложности. Это самый сложный? Нет, пятый самый сложный. Ой-ой-ой, они бежать начали. Они теперь бегают, да. Короче, а я тебе бегать не могу. Алена, забегай к нам, и я затыкаю. Сейчас. Я бегу, я почти, я ползу точнее. Давай, что я встречаю тебя у забора. Давай лети на крышу, я ломать буду лестницу. Там на крыше чуваки с другие. Алена, я уже окишил. Да, все правильно. Куда? Налево, куда? Налево, левее, 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 да? Вдоль забора, вдоль забора. Бегу. Все, 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 побегай. А, вот сюда. Я любимый. Вот, все, тык, тык. Наверх, да, иди куда-нибудь наверх. Путь. Да что ж ты будешь делать? Ах, все. Все, вы здесь так, всех убили? Ребята, на крышу залазите. Так, раз, два, а где третий? А все нормально. Ты где? Кто бочку бензином забрал? Я хотел подорвать, чтобы не залезли. Да я хотел забрать. Я забрал, в смысле. Так, а есть у кого-нибудь факела, нет? О, фонарик. Откуда? Кто разбрасывается фонарями, так бежало снова? Они не нужны просто. Так. Я не знаю, может они для чего-нибудь понадобятся позже. Мало ли, вдруг ничего крафтится. Так, ребята. Ну что, ставьте факела, чтобы у нас здесь не заспавнился, никто не дает. Ну, у нас тканей нету, чтобы делать факела. У нас есть, у меня есть факела, есть. У меня 8 штук факелов есть. Ну, я уже везде поставил. Извиняюсь, я сильно поторопился. Ой-ой, ёлки-палки, да что же я так... Не чихать-то, не знаю. Так, ну, с кем не бывает. Так. Ой, что-то... Или вот так. Вот так? Да, вот так. Все, все нормальненько. Так, дальше, поехали. Берем, ставим так. Ой-ой-ой-ой, что ты будешь делать? У меня что-то немножко сегодня лагает, даже непонятно. Так, ребята, все лагает. Ой, что говорит? Так, ребят, я вернулся. Да, ты обчихался и вернулся? Да, я отчихался, отрешал проблемы с насморком. А, ну. Вот. Я хочу микшер себе, как у Андрея, чтобы реально заглушать можно было. Хоти микшер, хотеть. Ага, вот она, вот я ее видел. Где? Вижу. Эй, ты ее убил! Да. Эй, я хотел это сделать. Вообще. Как ты посмел вообще сотворить такое? Просто у меня снайперка так. Как ты посмел? У меня тоже снайперка, у меня. Так, ребят, есть просьба, а у кого-нибудь есть дерево? Потому что, походу, все мое дерево было подобрано. Так. Сколько надо? Ну, надо, не знаю, несколько. Я уже кинул. А, все нормально. Все, у меня есть 23 бревна. Вова, травушка-муравушка есть? Травушка-муравушка. Есть у трава, да. Нет, травушка, муравушки нету. Сейчас я. Собирайте. Да почему я не могу выбросить? О, все, выбросила. Ой, летающая трава, что? Летающая трава, это да, это тяжело на самом деле. Алена, а куда ты травушку делала? А, так я ее сюда куда-то кинула, и всю вы подобрали. Кто ее подобрал? Не кто знаю, подобрал травушку? Кто травой баловал? А как там работать делать? Кого делать? Вот я сама вспоминала. А, да там все просто, но у меня травушки нет. А что ж у тебя травушки-то нету? Ну никто не поделился. Отлично. Как вы посмели не поделиться? Алена, а ты случайно? Господи, лезет. Так, ладно, стоп. Здорово, чувак. Как дела? Чё, никак не пролезешь? Так, сейчас я возьму фонарик. А вот и не пролезешь. Я буду с фонариком ходить, такой типа... Такой типа с фонариком? Фонарик стайл такой. Фонарик стайл? Это что-то новенькое. Оп, фонарик стайл. Так, а чё это у тебя в руках такое синее? Ягоды, что ли? Да, так. Ну-ка поделись. Опа, ребята. Кто выбросил арбалет свой? У нас проблемы, ребята. А чё это оно обрушивается? А чё ты, погодите? Всё нормально, чё ты в тим спике? А? Бери. Чё было? Арбалет.
Я уже сделала себе арбалет, возьмите, кому надо. Я не знаю, что было. 4 штуки еще. А у кого-нибудь есть перья? Перья нету, у меня только стрелы. Так, а дай стрелы тогда. Сколько? Ну, сколько надо, штук 50 есть? У меня только 35 вообще. Ладно, дай половину, я зомби убью внизу. А, у нас Руслан вышел. Да, меня просто выкинуло, я не знаю, кто меня... Возьми парочку. Ну, возвращайся к нам. Все, я вернулся, мне какой-то глюк был. Да ладно, мог кто арбалет выкинул. Ну, куда ты ползаешь, ну? Да куда вы... Да что вы делаете, блин? Что вы делаете? Да круто! Он... Ух ты! Сейчас кто упадет? Нет. Зомби? Да, это про меня была речь. Так. Опа. Опа. Оп, ну. Да, они бешеные, они куда-то по лестнице бегают вверх-вниз. Все. Лестница вверх-вниз. Ой. Блин, я боюсь. А что-то... Ну, первая ночь. Давайте вообще решим, где мы остановимся. По хорошему счету. Я предлагаю идти в пустыню. Пустыня это где? Пустыня, только надо камни набрать надо побольше. А, погоди, а в пустыню? А давайте по карте посмотрим. Да? Сожжем. Ух ты, слушайте, мы в этом, в зиму, да, сейчас? Да, мы в... Да ладно. О, вот ты не мог догадаться, да? Недавно вы мне это говорили. Погодите, а где теперь эти звездочки, чтобы респауниться? А, нету, Валера. Как теперь? А вот так вот. Блин, только что пропал арбалет. Кто-то не подобрал арбалет. Кто его вообще выкинул? Так, слышишь? Алена, не будем показывать пальцем, кто это сделал. Так. Я что-то понять. Главное, ребята облутали. А почему здесь так много стоит всяких вот этих джентльменов и... Слушайте, если вы хотите хардкора, я предлагаю в город идти. Хардкора не хотим. Блин, а у меня стрелы кончились, ребятки. А что делать, у меня стрелы кончились? Ну давай я тебе еще парочку дам. Тут все не тратят, где? Я тут стою. Так, 6 утра. Предлагаю приготовиться. На балкончике. Погодите, А, 6 утра, ребят, давайте. Погодите. Мы спрыгивать будем или что? Стойте, стопте. Я спальник. Да, стопте, я спальник. Я спальник. Ай, блин, убили. Убейте снайперку, пожалуйста. Где убили? Снайперка возле красной машины валяется. Ага, сейчас я туда спрыгну. О, а как так. Как так я появился на крыше? А, как скорее крыше? Всего, потому что я спальник выставил здесь. О, я за ним. Но я за спальник. Вот он спальник. Но я спальник не помечал себе на карте. А я думаю, что он у нас выставился как-то, но мы как бы типа, я не знаю, сервер, наверное, понял, что мы тут все командой. Да, он вспомнил, что. В смысле, понял, да. Это блин, ай. Так, о, девушка с таблетками. Девушка с таблетками. Так. Ребят, так вы, а я. 7 часов. Да, давайте. Походите в город, там много вещей можно надыбать, но там много зомби. А я не знаю, я внутрь дома зашел. Тут холодильник есть. Где тут спрыгнуть можно, чтобы побезопаснее? Или нигде? А там, где ноги сломать. Вот там. Ну там, где ноги сломаешь, там и прыгай. Тут везде так. Ясно. Ты не волнуйся, тут так везде. Да ё-моё, я её не могу. Полезла. О, патроны. Seven Days заботится о людях. Ух ты, ладно, сколько сейчас. Тут вкусняшек. Тут вкусняшки в холодильнике, смотрите. Самое главное, мне нравится то, что уплотнили систему с патронами. То есть не целыми обоймами теперь находишь патроны, а только пули. Это вообще... Это как-то более интересно. Ну а пули, как бы все правильно, там вообще все четко, мне понравилось. Так, бумажка, я нашел бумажку. Давай кролик! Привет, красавчик! Как дела? Ребят, пошлите куда-нибудь. Ален, пойдем. Можешь его зарезать? Я его на палочку нацеплю, будем жрать. Он сейчас скажу. Тут олень бегает. И я за ним. Ой, я его выпустила, короче. Ну, кролятина. Ух ты, кролятина, у него мясо есть. Две штуки. Я стукнул его. Я думал, что он не умрет. Эй, а где выход? Вы меня еще заперли?
А мы уже убежали, а ты с нами, да? Ладно, я лично возвращаюсь за Аленой. Не, а вы где прошли-то, вы мне скажите? Мне нравится, Руслан такой бежит. Руся, стой. Возьми опять в руку. Руслан такой бежит с огромным куском оленины, и из него прям кости такие торчат, вообще страшно, пипец. Алена, где ты? Бежали уже куда-нибудь, давайте, ребята, надо уже придумать, где Алена, мы где остановимся, ты? Потому что в первой серии закладывается то, куда мы, это самое. Так давайте не в зимнем биоме, зимний биом это зло. А, смотрите, давайте вот куда я побежал, вот в эту сторону, давайте. Эй, заяц, и стой. Опа, олень. Да, за зайцем побежал? Да, олень дохлый. Значит, город это большой биом. Чего говоришь, Вов? В большом городе, который посередине карты, вот он, ниже, левее. Где Коронадо, Марл. А может быть это Коронадо? Диверсайл. Возле города на ферме. На какой ферме? Ну, забыл, где по карте ферма возле города. Маленького города. Ну, я не знаю, давайте, короче, Руслан, давай, веди нас. Ну, окей. Не дай бог, ты приведешь нас в какой-нибудь западню. Ну, я тебе, я тебе мясо кролика не дам за это. У меня есть оленина, большая оленина. А, ну, мне бы кто большая дал оленина. Поесть бы почему-нибудь. Ух ты, сколько машинок. Ой-ой-ой. Там... Собаки там. Ай, пофиг. А, ну. Сейчас я в кого-то попала, нет, я ни в кого не попала. Ну ладно, тогда их бейте, а я буду пока потихонечку их отстреливать. По крайней мере, так. Ай, я кому-то, я одной собаке в попу попала, короче. Бедная собака. Ой, тут еще и зомби. Да что же ее так? Тут еще и зомби? Собаки нас, собака несла книжку с собой, какая умная собака. А, ну какая умная собака, ты что? Умняшка. Ой, ой, сколько же их там, ребята, вы что это? Я чувствую, Руслан наступает веселуха. Ай, зомби, меня зомби атакует, представляете, я не знал об этом. Ну, зомби, снизу. На тебе. Да что так. Ж ты будешь делать? Все вот месяц не поиграешь, уже все забудешь 5 раз. Да нет, ты понимаешь, а когда ты в Раст побегаешь, повеселишься с друзьями. Ай, меня убили! Подберите мой арбалет ради всего святого, пожалуйста. Да, Вова. О, нет, моя оленина. Офигеть, я поэтому и не хочу в этом биоме быть. О! Смотрите, где я? Ой, ты с ней справишься. Где я? Так. Я так далеко. Ёж, пирда. Теперь я поняла, смотрите, короче, тебя. Каждому свой спальник или что, потому что я заспавнилась не на спальнике. А я на спальник забрал с собой. А я все равно на крыше появился. А я не знаю. А, смотри, короче, где ты последний раз заспавнился, там карта запоминает, что ты там заспавнился. Даже если у тебя спальник развалится, может, окей. Будем заканчивать серию, а? Ну, давайте, наверное, первую серию закончим, да, и начнем следующую. А не дойдя до финала, да? Ну да. Почему? Мы уже дошли до финала, Алена умерла, серия удалась. Да, каждый по несколько раз умер. Значит, серия удалась. В общем, ребята, спасибо, что вы это посмотрели. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы вас ждем. Всем счастливо и всем пока, ребятки. Всем пока. Пока-пока.